Буэнос-диэс, братва. Ядерный разрыв на заряд ваш экрана, это значит, что мы продолжаем проходить God of War. Поэтому заземляйтесь поудобнее, хватайте свои ништячки и делайте громче. Посикарашили. Ток-ток. Ты никак не откроешь двери? Тихо. Wait a sec, I tried to cheat me again. Сейчас какая-нибудь ебака выскочит. Так. Ну, значит, ручками отпизжу. Хо-хо! Нормалды. Я же говорил, лес изменился. А я говорил, закрой рот. Почему огненный тролль сжег мамин сад? А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь помолчи, мы почти пришли. Иди в дом, сын. Хе-хе. Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою? Злость станет оружием, если ее подчинить, использовать. Ты этого не умеешь. Когда ты... Я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно. Ну, давай. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Ай! Что ты... Давай еще. Ну вот зачем медленно. Ты... Медленно. Давай еще. Хватит! Нет, слабо. Еще. Еще. Хватит! Еще! Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не готов. Что это? Тише. Дракон, что ли?
Честно, вот эти вот приколы, ставки и так далее. Я про тебя все теперь знаю. Что происходит? Кто это там? Более того, я знаю, кто ты. Сын, лезь в подпол. Живо. Ты же запретил туда лазить. Кто это? Я не знаю. Чего он хочет? Я не знаю. Лезь. Просто ответь мне на вопрос. И обойдемся без кровопролитий. Я думал, ты крупнее. Хотя ты явно тот сам. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? О, зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. Лучше уходи. Надо же! Я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чета нам, такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. Ну, конечно, не зря. Пошел из моего дома. Ну, для этого тебе придется меня убить. Я предупреждал. Наконец-то! Нормально он полетел. Ты не послушал. Так дело у нас не пойдет. Ладно. Теперь... Ох, нихуя! Какое жестокое разочарование! Давай же! Все деревья, сука, переломал. Хочу знать, и боль уйдет. Почему тут две кровати? Ты
медлителен и стар. Не надо было тебе приходить в Мидгард. Ну что, еще разок? Слишком много слов. А нихуя ж себе, отлуп. Не хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Ах ты ж ёптись. Нихуя себе, хуя. Я даже не понял, кого отпиздил. Потому что нехер было залупаться, сосиска-то зубатая. Ой, бля. Ты уже уходишь? Да ладно. Ощущаю! Хуя струя! Ты же сам видел, ты не можешь причинить мне вреда! Ничто не может! Эта драка бессмысленна, как и твое сопротивление. Можно было без этого обойтись. А, ты жалок! Тебе не победить! Я ничего не ощущаю, а вот ты ощущаешь все. Ну не сдаешься! Я же не мой брат!
Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе. Но нет. Покончим с этим. Тебе не победить! Сколько ж тут фаз боя, блядь. Бесполезно. Да, бляха, шмуха. Ах ты ж ёпта. Тебе не победить. Да, блядь, нахлобучит у меня сильно быстрее, чем я его. Ах ты ж, блядь. Ах ты залупа усатая. Не чувствуешь, говоришь? Я-то надеялся, что из всех, кого я встречал, хотя бы ты заставишь меня ощутить что-то, но ты не смог. Да уж, путненькая каточка получилась. Кто это был? Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня спустя столько лет? А вот это же хуй знает. Да уж. Что мне делать? Наш сын не готов.
Нести твой пепел на вершину горы. Я не знаю, как это сделать без тебя. Но оставаться тут нельзя. Кинематиков очень много. Очень много. И даже не хочется их прерывать как-то. Сын. Вы там как? Я думал... Все хорошо? Все хорошо. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Так и есть. Но выбора не осталось. Докажи мне. Докажу. Ну что с тобой делать? Путь будет долгим. Как говорится, посикарашили. Но это уже, наверное, будет в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. Луис, пиписька. До свидания. Адьос, братва.